Всем привет! Вы на канале Погоживаем. Что-то вкусное нас сегодня ждет. А ждет нас сегодня багет с куриной грибной начинкой, запеченный в духовке, с сырочком. Все как мы любим. Большой, длинный бутерброд. Начнем с грибов и курицы, порежем их кусочками. Хорошие плотненькие грибочки. Я вообще за собой замечаю, что у меня есть какая-то сезонность, вот какая-то периодическая любовь к продуктам. Ну, так же, как вы смотрите блогеров, да, смотрите, потом надоедает, перестаете смотреть, и потом возвращаете через какое-то время. Вот у меня такая же история с грибами, то есть я их могу целый год, например, ничего из них не готовить, а потом брать что-то, и вот у меня, серьезно, у меня уже пятая пачка, мы что-то то жульенчик, то блины с грибами, всякое такое готовим. То недавно, какой у нас был рецепт с грибами, что мы делали? Стейк с шапочкой с грибами, да, можете, кстати, посмотреть. Хороший вкусный стейк получился. Вот у вас такое бывает, напишите в комментах. Куриная грудка тоже порежем на кусочки. Кстати, чтобы удобно было резать грудку, вы можете ее немножко подморозить. Обжарим курочку в разогретом масле вместе с грибами. Когда вся влага испарилась, грибочки готовы вместе с курицей. Курица-то и подавно. Дожариваем до состояния, как нам нравится, чисто внешне. Хотите подрумянить, подрумяньте. И сейчас я хочу эти грибочки объединить с помощью соуса а-ля бешамель. Я его буду делать прямо здесь. Уменьшаю немного огонь. Я добавляю муки. Я думаю, что столовой ложки мне хватит. Но, в принципе, приблизительно так же мы делаем классический жульен там со сливками. Чуть-чуть обжарим вместе с мукой. И добавим молока. Дождемся закипания. Какой бешамель без сливочного масла, да и грибам отлично подойдет. Мгновенно начинает густеть. Видим, да? Сейчас разойдется масло, все поперемешиваем. И, в принципе, у нас частично начинка уже будет готова. Можно еще немножко молока. Естественно, перец, соль, без этого никуда. И я добавляю любимую специю. У меня это орегано, все это прекрасно знают. Орегано сочетается со всем, в том числе и с грибами. Вместо молока можете использовать сливки, я вам не запрещаю. Все перемешали и оставляем в сковородке, но с огня снимем. У меня два чудесных багета. Я срезаю вот эту классную, конечно, корочку. Но она нам для этого рецепта не нужна. Мне надо освободить емкость. И давайте теперь вырежем лишнюю мякоть, достанем ее, чтобы заменить эту мякоть нашей вкусной начинкой. А это голубям, как обычно. Ну, вы знаете, да, что я люблю потом сгонять и голубей покормить. Вот именно так надо делать с хлебом. Кормить этих крылатых крыс. Отлично. Закладываем багеты. Теперь мы делаем ход конем. У нас сейчас будет просто феерично-бомбическая сырная заливка, скажем так, шапочка. Натираем сыр. У меня российский. Можно взять костромской, голландский, ну, любой сыр, который вы любите и который плавится. О, нам более чем хватит, что-то я даже переборщил, по-моему. Так, складываем. И к сыру мы теперь добавим майонез и чесночок. А я, как самопровозглашенный король майонеза, а это именно так, я знаю, какой майонез хороший. Ряба – фермерский рецепт, приготовлен по уникальному рецепту с добавлением молока и деревенского желтка. Этот майонез, который полюбился уже многим людям, не имеет аналогов. Мягкий сливочный вкус добавляем. Чесночок обязательно идет. Я измельчу ножом. Ну, либо чеснокодавкой, неважно.
Я не делаю, чтобы было прям остро, но чтобы был легкий аромат чеснока, это классно. С грибами сочетается бомбически. Все вместе перемешиваем. И выкладываем поверх багета. Все разровняем. Хотя определенная небрежность, она тоже иногда хороша. Но тем не менее, сделаем красиво. Я сверху хочу еще положить половинки помидоров черри срезами вниз, чтобы они подзапеклись и свой сок дали сверху. Это будет дополнительный кайф. Ну, плюс симпатично. Вот так вот. И отправляем в духовку. В духовочку до красоты. Красота наступит минут через 15. Да. Шикарный бутер. Ароматы от чесночка, сыра, грибов. Муа, просто тут вообще все вкусно пахнет, Дим. Да, я рад. Это не может быть плохо. Это хорошо по умолчанию. Вы видели что-то? Сегодня мне хочется себя самопровозгласить не только майонезным королем, но еще и царем бутербродов. Это шикарно. Это очень вкусно, влажно, много начинки, грибной вкус, сырная чесночность. Это офигенно. И помидорочка. Помидорочка дает немножечко такой... Ну, понял, да? Немножко такой взрыв, взрыв сочности, который очень в тему. Очень вкусный бутер. Да че разглагольствую? Вот это начинается. Ля, фу, нет, просто офигенный бутер. Повторяйте. Очень вкусно. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока. О, Диман, кайф. Хочешь? Хочу. Да, любишь грибочки, я в курсе, в курсе. Сейчас, сейчас, 25 секунд пройдет, чтобы можно было посмотреть. А вы, кстати, можете посмотреть еще ролики от нас и подписаться на канал. Вот здесь, вот прям картинки, вот так, да.